Мой передатчик в выключенном состоянии. Вот это сердце его, как говорится, главный транзистор. И вот еще два транзистора. Вот перед разборкой его решил заснять. Включил паяльник, пока паяльник греется. Открою форточку. Я тут, пока он греется, что-то делаю. Немножко мусор тут почистил. Я тут паяю, потом тут всяких мусора насобирается. Вот так к пальцу прилипает, он потом в мусор. Вот какие крокодилы большие прижаты. Вот этот транзистор без дырки, поэтому нужно его как-то прицепить к радиатору, поэтому с крокодилом вот прижат. Другой радиатор, чтобы сильнее было, то этот греется, еще к другому радиатору прижат. Вот такую антенну. Вот она идет. Была такая антенна. Можно включить. Вот как работает. Эту катушку, когда сжимаю, то по идее ток должен падать. Он там еле-еле только падает. Что-то я не понял. Вот какие-то странности. Я думаю, возможно. Но быстро перестану заниматься этим передатчиком. Потому что очень много времени я на него потратил. А дальности так существенно увеличить не удалось. Что больше не тратить на него время, тем более такая мощность нелегальная тут уже, если 0,5 ампер и 20 вольт, это уже 10 ватт. Ну что-то дальний слабый, или тут как-то работает, не на той частоте он ловится или что. В общем, нелегально тут мощность. Ну я еще немножко повожусь, возможно, с ним, может, перестану заниматься. Ну вот этот транзистор я бы
Он такой неплохой, он очень, похоже, чувствительный. Он самый чувствительный. То есть усиление у него самое большое по сравнению вот с этим транзистором и с этим. Вот этот на 8 ампер. Вот. Эти 2 гигагерца на 20 вольт на 500 миллиампер. И у него вот этот на 2 ампера. И вот у этих усиление слабее, чем у этого, хоть этот на 2 ампера. В общем, это похоже старье. Старого старья ничего хорошего ожидать не можно. Тут катушка с резистором. Следовательно, тут работает по классу ВБ, как называется. Вот. Между плюсом и минусом тут 5 кОм, тут 500 Ом. Делитель напряжения параллельно конденсатор еще, чтобы сглазить, и потом еще 500 Ом идет на базу. А потом отсюда вот от коллектора через этот идет, потом через эти два идет на базу и переглушает базу, и получается переменный ток.